Бэкст, Бэкст, Бэкст. Бэкст, Бэкст. Бэкст. Он там. Быстрее туда. Далеко-далеко, в одном маленьком городке, вот уже как трое суток идет беспрерывно снег. Это был не простой снег, а снег, предвещающий Рождество. Хоу-хоу-хоу, всем привет, всем привет, привет, ребятки. Давненько меня не было, не было меня всего потому, что я устроился уборщиком снега, да. Вы посмотрите, какая у меня есть крутая красная. Это на меня снег так действует. Красная лопатка. Она, конечно, не очень такая крутая, но можно покопать. Можно покопать. В принципе, что мы сейчас и будем делать? Обратите внимание вот на вот эти вот... Вау, чувак, у тебя подарок на голове? А, точно. Сейчас же подарки к Новому году и Рождеству раздают в Роблоксе. Так что, если вы еще не залазили в каталог, обязательно залезьте и получите свой подарок, который откроется на Новый год. Вот. Но мы начинаем. Мы начинаем раскопки, точнее, расчистку снега. Вот это вот участок моего дома, как бы. Ну, тут у нас большая, огромная шведская семья. Здесь мне все будут сейчас помогать. Сколько человек играет? Нет, у нас небольшая шведская семья, я тут совсем один-одинёшенька. Вон там вот сосед своей газонокосилкой, по-моему, убирает снег. Ну, он сошел с ума, так что не обращайте внимания на него. А я начинаю раскапывать свою дорожечку. Давай, дорожечка, ух ты, что там было? Мне показалось, или там какой-то штырь торчал? Наверное, показалось. Бум-б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 ум
одежде появились. Что у тебя с лицом? Ну, конечно же, ты в Адидасе и рваных штанах. Ой, да у тебя и ботинки еще Адидас. А, так вы посмотрите на нее. Она сразу же пошла как робот пахать, убирать снег, и вместо коробки для снега у нее подарок. Блин, я тоже хочу подарок, куда бы я смог убирать снег. Так, не мешайте мне, ребята, не мешайте. Я, конечно, понимаю, что снег валит, и все, что я сейчас расчищал, уже завалило, но я хочу расчистить эту дорожечку. Так вот, вот, потихонечку расчищаю снег. Так. Конечно, нужно не забывать про мой светящийся бак. О, там, я даже не представляю, за счет чего он светится. Наверное, там радиоактивы какие-нибудь я таскаю с собой, которые расплавляют снег и делают из него золото. Но это всего лишь догадки. Так, мне сказали то, что ты совсем, что ли? Зачем ты убираешь другую улицу? Блин, все засыпало опять снегом. Ну, капец, все по-новому, все по-новому. Короче, если я начну убирать... Да, дружище, помоги мне, пожалуйста, помоги. Если я начну убирать асфальтированную вот эту дорогу, ну, вот это проезжая часть, так сказать. Вот, например, сейчас я ее начну копать. Мне сразу скажут, ты че, тупица, иди убирай свой дом. Вот этой дорогой занимается у нас тут... специальные службы, короче, городские службы, которые убирают там дворники и все такое вот. А я продолжаю расчищать все в одном и том же месте, точнее, все раскапывать и раскапывать свой снег. Если я его не буду убирать, раскапывать, куда-нибудь его девать, то мой дом будет погребен в снегу. И тогда, вероятнее всего, я буду в снежном замке жить, вот серьезно. Мы, конечно же, с вами это все увидим, потому что некоторые не убирают снег со своей площадки. Ха-ха, капец, опять снега навалило. Ну ничего, сейчас у меня уже закончится место в контейнере, место в моем баке. 40 единиц снега я уже убрал, и сейчас еще 45 доберу. Вот так вот. Все, 45. Теперь мне этот снег нужно куда-нибудь сдать. Иначе я просто не смогу больше убирать снег со своей площадки, вам мне даже сказали. Типа, иди сдавай свой контейнер, потому что он у тебя переполнен. И вот огромная стрелочка показывает мне, нужно идти в эту странную заснеженную пещеру. Откуда, кстати, выбежал еще один чувак с красной лопаткой. Но, похоже, он такой же, как и я. И вбегая в эту пещеру, мы видим здесь огромного снеговика. Это снеговик волшебный. Он просто всасывает в себя все вообще. Он просто всасывает в себя весь снег, который мы насобирали. Он спасает наш город от заснежья, чтобы город не был погребен в снегу. Теперь смотрите, что я делаю. Я стою вот так вот контейнером к нему.
избушкой, как контейнером. Короче, лицом к городу, контейнером к снеговику, жму на снеговика, и он просто высасывает из моего контейнера снег. Это какая-то магия. В общем, я за это получил какие-то денежки, какие-то копеечки. Я за эти копеечки могу купить себе какую-нибудь новую лопату, там огнемет или газонокосилку. Ну, конечно же, это не газонокосилка, это снегоуборочная машина. И все, конечно, это понимают. Ну, и вот насчет того, что я и говорил. Можно купить контейнеры. Вот этот контейнер вообще на джетпак похож, да? Крутой такой контейнер. Я хочу, например, купить вот этот джетпаковский. Да, блин, не хочу здесь копать. Джетпаковский. А, я как бы здесь не местный, я еще не въехал, как чего здесь покупать. А, во. Все ясно, нужно было, короче, подойти к этому кудрявому гнезду, тыкнуть на него, и он предлагает нам выбрать любой контейнер. Конечно же, я нищеброд на данный момент, и все, что я могу, это просто перекрасить свой контейнер. Я хочу красный ящик. Экипировать. И по идее у меня должен быть сейчас красный ящик. Да! Это как у Санта-Клауса красный мешок, но у меня будет красный ящик Пандоры, откуда я буду доставать бесконечно различные подарки. Так, где мой дом? Ребята, чё вы сидите? Чё вы ничего не делаете? Эй, чувак, чё ты делаешь с ней? Такое ощущение, что у нее просто грязное лицо. Кто-то ей дал чего-то занюхнуть такое грязное. Ладно. Пока парень допытывает эту девочку, он пытается ее сдвинуть, я продолжаю свои раскопки. Кто узнал песенку, пишите в комментариях. Вы только посмотрите, сколько снега навалило, пока я ходил сдавать его. Капец, оно же прям по колено мне. Вот это сугробы. Кстати, помимо того, что здесь есть лопаты, здесь есть возможность купить тачку, которая будет расчищать дороги. Вот такие вот, смотрите, огромные машины. Слушайте, это похоже на автобота. На значок автобота, конечно, я понимаю, что здесь квадрат нарисован, но мне напоминает это значок автобота. Вы посмотрите, какие здесь снегоуборочные тачки есть. Блин, надо пойти посмотреть, сколько они стоят. Они, конечно, очень крутые, и я, безусловно, куплю себе такую. Эй, есть здесь кто-нибудь? А, во, вижу. Так. Одноглазый Джо, боже ж ты мой, я и не думал тебя здесь увидеть. Офигеть. Ладно, расскажи мне, пожалуйста, сколько у тебя что здесь стоит. Ух, как я кубу-то раскатал, 29 тысяч. 54 тысячи, 85 тысяч. Ха. Ладно, я к тебе как-нибудь потом приду, когда кредит где-нибудь возьму или продам свою почку, и не знаю. У меня таких денег нету. Помимо того, что здесь можно купить снегоуборочную машину, можно также купить себе и новую лопату. Я пойду посмотрю, что там есть у нас с лопатами. Так. Оу, братиш, здорово. Это же лесоруб. Ну, как бы не совсем... Кто, короче, смотрел мои выпуски Блоксбурга, тот поймет. Там почти такой же перец стоял. Вот. Ну что ж, давайте посмотрим, что он продает. Продает он обычную красную лопату, которая у меня уже есть. Есть вот такая вот лопата. Есть железная лопата. Также есть снегоуборочная машинка. Это у нас какой-то пылесос. Навороченная снегоуборочная машинка. Огнемет, вот я бы хотел его купить, но 12 тысяч у меня пока нету. И вот еще один вакуумный пылесос. Ух ты ж, нифига себе, вот это инструмент. Мне бы такой, ну, где такой достать? Это какая-то лава-пушка. Блин, ну она за рубаксы. Вот отстой, а все хорошее всегда за рубаксы. Это не по-нашему, а что это такое? Blizzard Bomb? Нифига себе, не знал, что Blizzard бомбы делает. Я бы такую тоже купил. Снежная бомба. Она, наверное, круто бомбахает. Ладно. Проехали. А, нет. Я хочу все-таки купить себе навороченную лопату. Благо, я могу себе это позволить. Так что я покупаю вот эту голубенькую. Голубенькую. Жалко, ее перекрасить нельзя. Все, я купил. Теперь у меня целых две лопаты. Есть красная моя, навороченная. Я с ней в детский сад ходил. В общем, и есть новенькую, которую я купил. Вот такая вот штука. Так, нужно попробовать. Я так полагаю, что она собирает снег вот таким вот образом. Я просто должен бежать и собирать. Хоп.
Дружище, не закатай в свою снегоуборочную машину меня! Так, надо перестроиться в другой ряд. Вроде бы собирать. О, нифига себе, как я быстро собираю-то. Просто бегай и собирай. Я даже кнопки никакие не жму. Блин, прикольно. Офигенно. Мне это нравится. Тум-турум-т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 ум. Учитывая тот факт, как у меня быстро собирается снег, мне нужно срочно прикупить новый контейнер для снега. Ведь с таким маленьким контейнером много я не насобираю. Снеговик, снеговичок, я принес тебе снежок. Ну-ка, высасывай с моего контейнера снежинки. Отлично, пойду наберу еще снега. Давайте